Бугейского отчета появилась церемония четырехного прощения. За третье место награждается Анастасия Чекалина, Московская спортивная школа, 11:00 по результатам разминки. Тренирует спортивного мастера спорта Дмитрий Николаевич Воробьев и Анастасия Воробьева. Хорошо, Ваня. На втором месте Анастасия Грезина, Кировская спортивная школа, 11 метров 4 сантиметра. Игорь Зуалетов получен. На первую ступень стала. Все это поднимается Елизавета Быкова, Выборгская спортивная школа. Также 11,4 сантиметра, 11 метров 4 сантиметра. Она выжила по попыткам и тренирует спортивницу Кристина Сергеевна Волочева и мастер спорта первого класса Зоя Получина. Простите. И мастер спорта международного класса Елена Николаевна Попкова. Поздравляем с победительницей и призёром соревнований и тренером, который спортсмен. Академия легкой атлетики, 11 минут 32,95 секунды.
тренеры, мастер спорта Светлана Колокотина и мастер спорта Светлана Красника Антона Широнова. Победила в соревнованиях Дарья Тихонова. 1:07.96. Ее тренеры Сергей Викторович Плаксин и Александр Александрович Лукьян. В беге на 800 метров у юноши за третье место награждается Данил Попов, спортсмен школы Ордона Кабардино-Балтийского района, 2:03.86. Тренер Александр Кричук. За второе место награждается Макар Чистяков, спортсмен школы Ордона Кабардино-Балтийского района, 2:03.29. Его тренер Кирилл Николаевич Сафонов и мастер спорта Кабардино Сафонов. Победил в соревнованиях Егор Пудов, спортсмен школы Выборгского района, 2:03.10. Его тренер Ирина Анатольевна Кавлюбина и мастер спорта Сергей Васильевич Еличев. Поздравляем победителей и призеров первого состязания спорта. Поздравляем тренеров и подходящих спортсменов. Победил в соревнованиях Ярослав Егоров,
Академия легкой атлетики 22-94 сотых секунды. Тренеры мастера спорта международного класса Михаил Валерьевич Егорычев и Евгения Леонидовна Фролова. Поздравляем победителей и призеров наших соревнований и тренеров, подготовивших спортсменов. Настроение.